пару километров, а то даже щеки не красные. Давай, давай! Смотри, там еще не лето. Нет, еще зима. Хорошо. С едой закончил. Шел очередной день моих попыток найти работу, и тут у этого мажора и так денег полно. Мне они будут нужнее. Да, тридцатка сейчас не помешает. Лохопед. Так бы я поступил, если бы не жил по правилу: относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Вы кошелек забыли? Севчик, ты что? Хлеб? Сколько лет, сколько лет? Мою тачку ты купил, красава. Или родаки подарили? По-любому родаки подарили. Да, родаки, я не могу. Слушай, может, пойдем кофе попьем? Боже, давай, у меня зовут, а по-быстрому. Ну что, рассказывай, как жизнь? Да ничего, вот с работы недавно уволили, поэтому сижу здесь в вакансии еще. У меня, кстати, место как раз освободилось. Сколько тебя знаю, ты надежный человек. Деньгами не обижу. Пойдешь? Пока человек в состоянии творить добро, ему не грозит опасность столкнуться с неблагодарностью. Всем привет, меня зовут Вешкин Глеб, и это новое инста-шоу. Ну, выйти замуж. И сегодня в гостях у нас супермодель Ангелина. Встречаем. Сайз-модель. Ну а сейчас посмотрим, насколько тяжело будет выдать замуж нашу Ангелину. Вставай на весы. Ёб твою мать, Ангелина. Первый тест для нашей невесты. А куда ложиться? Спать на полу полезно для позвоночника. А теперь давайте посмотрим, чем наша невеста занимается ночью. Ну да, большой расход, но зато вы всегда будете сыты. Ведь в холодильнике еды полно. Всем спасибо за просмотр этого шоу. Отмечаем в комментариях потенциальных мужей нашей прекрасной Ангелины. Ну, а мы с вами прощаемся. Пошире вам дверь откроем. Ставим лайки, подписываемся на инстаграмчик, а я пошел на полу посплю. Нормально было? Да. С нами происходят разные события. Я телефон забыл. На первый взгляд может показаться, что они неприятные. Но что если посмотреть на них под другим углом? Запомните одно правило. Все, что не делается, все к лучшему. Можно опоздать на автобус и в тот же самый момент найти то, что так давно искал. Да ладно, не расстраивайся, через 5 минут новый подъедет. Ой, я немножко опоздал. Или в один момент может рухнуть то, над чем так долго работал. Ты уволен. Я еще не знаю, как дальше сложится мой путь, но я уверенно шагаю, свято веря в то, что все, что не делается, все к лучшему. Ну да, это тебе. Из этого всего я вынес один урок. Даже не пытайся удивить девушку, пока она голодная. О, а как же? Ну ты чё, ну давай выпьем. Бро!
вашу руку. Мне вообще не годится. Привет, братан. Ну, привет. Выпьем? Знаешь, одна встреча уже изменила мою жизнь. Бро, пойдем со мной. Я покажу тебе дорогу в абсолютно другой мир. Маш, ты же сказала мыться пошла! Я же тебе есть не запрещаю! Ты чего, пойдем на кухню! Привет, малышка! А Ариана где? Она в душе, скоро выйдет! Чего стал, заходи! Родная, ну я же тебе говорила, дверь незнакомцам не открывай. Ну чё, хозяйка, пойдем пока чайник поставим. Я готова. Пойдем. Так, ты за старшую. Угу. Ты не говорила, что у тебя дочь есть. А для тебя это проблема? Как дети могут быть проблемой?